Всем привет! Как вы знаете, я купила себе орхидейку. Кто не знает, тут посмотрите в Леруа Мерлен. Сейчас я вам буду показывать. Она у меня тут все высыпается. Кора, потому что. Так. Сейчас я вам буду все показывать. Давно я не покупала себе орхидеек в этих магазинах чудных, обе Леруа Мерлен. Но тут что-то как-то не смогла устоять. Больно розетка хорошая. Прямо смотрите, какая жирнючая. У него еще было два цветоноса. У него, потому что это биглип. Вот такой красивый. Очень такие хорошие крупные цветочки. Бутончик уже, смотрите, будет тоже, я надеюсь, распустится. Честно говоря, тащила его по непогоде. Ну, накрыла как могла. Не знаю, попал дождь, не попал на цветы. Надеюсь, нет. Потому что если вода попадет, то могут сразу завять. Вот. Значит, вроде корни ничего, я в магазине вам еще показывала, да? Вроде ничего такие, с одной стороны. Но с другой переворачиваешь, тут как-то так что-то как-то по-разному. Вот, ну не суть. Я сделала акцент на растущие корни, ну на выросшие, вот на вот эти вот уже, на жирненькие. И даже если вся корневая, которая в горшочке, у него плохая, ничего страшного, ничего страшного. Мы ее отрежем и оставим хорошие только корни. Но для начала, конечно же, нужно достать и посмотреть, что там. Ну, помыть, обработать, естественно. Вот, чтобы никакая гадость тут не бегала. Что это? Это кокосовое волокно. Так, сейчас эту бумагу, в которой я несла его, положу обратно, потому что хочу сразу кору эту выбросить с букашками и таракашками. Поэтому вытряхну сюда и сразу выброшу. Так, давайте аккуратненько вытащим, потому что там наверняка есть торф стаканчик. Кстати, это, по-моему, не GMP, нет, это другая фирма. Поэтому подешевле, потому что там GMP привезли, там они все по 1000 были. Ну, я вам показывала, опять же говорю, кто не смотрел обзор Леруа Мерлен, посмотрите, потому что хорошие там орхидеи, конечно, привезли. Вот, но у некоторых, как бы, хорошие, имею в виду, сорта, там красивые всякие, да, даже биглипчики тоже есть с двумя цветоносиками. Вот. Но корни не у всех хорошие, надо внимательно разглядывать. То есть я там один горшок схватила прямо, ну не то что покупать, а вот хотела просто вот рассмотреть. Взяла его в руки, а корней там вообще нет, орхидеи. А взяла один биглип, а у него шея желтая. А стоит 1000 рублей, понимаете? Так, ну что, ну корни неплохие тут, в принципе. Есть, конечно, подсохшие там, подпорченные тут, ну, края тут. Вот, стаканчик, естественно, все дела. Вот, ну, вот это вот прямо меня подкупает, когда вот у орхидеи вот такая корневая. Я уже вижу, что вот она растет именно на этих корнях. Посмотрите, сколько их много. То есть вот это все, даже если оно погибнет, а очень часто бывает, когда покупаешь орхидейку цветущую, да, в магазине за бешеные бабки, пересаживаешь ее, неважно во что. Я думаю, у многих так было, кто пересаживает или в кору там, или не знаю, кто во что горазд. Керамзит, не знаю, пеностекло, во что угодно, смешанную какую-то смесь. Вот, и раз, и все корни пропали. Да, знакомо вам это? Я думаю, знакомо. А на вид были очень приличные. Вот, поэтому вот эти корни, они уже не пропадут.
хоть они как бы не приучены еще к влаге, значит, здесь нужно поступать таким образом. Приучать постепенно. Может быть, даже есть смысл вот сейчас эту орхидейку не сажать. Прям сегодня. Прям не сажать. Вот, я сейчас вот 5 секунд подумаю над этим. Может быть, даже я не буду сажать. Поставлю в кашпо и понаблюдаю. Ну, обработаю сейчас, помою, естественно. Вот, а потом поставлю вот это кашпо в пустое. Вот. Я сейчас уже, знаете, последнее время... Ну, как последнее время? Последнее время, когда покупала орхидейки. Я часто так делаю, потому что когда... Особенно зимой, если купите орхидею, это точно ее надо сначала подержать в открытой системе, потому что половина корней помирает сразу. Сразу помирает. Это не потому, что к вам попала орхидейка. Они бы и так померли бы. Ну, просто рано или поздно в этом горшке бы сгнили бы. Даже если бы вы не вытаскивали бы из этого транспортировочного горшочка. Некоторые, знаете, вытащат вот этот вот, выковырят торфяной стакан, и все, как бы радуются. И у них орхидейка растет вот в этом грунте. Ну, так он неплохой, в принципе. Тут мелкая кора, что-то как еще какие-то кирпичики. А, керамзит битый, колотый, прям керамзит. Вот. Ну, в принципе... Грунт неплохой, но по мне так такой грунт не для фаленопсисов, а больше для таких, знаете, мельтоний, камбрий. Вот он как-то больше подходит, такой меленький. Фаленопсис все-таки как-то нет. В моем понимании лучше сохраняет корни именно в керамзите. Либо без всего, без грунта. Но за такими корнями, конечно, нужно ухаживать, которые будут находиться без грунта. Это нужно будет каждый день смотреть. Я думаю, даже почти каждый день опрыскивать. Так, листик хочу снять. Нижние листики надо убирать, потому что они окажутся в итоге где-то в грунте закопаны. Нам это не надо. Ну, не сейчас, а вообще... Как бы, ну, сейчас я буду их снимать или потом, без разницы. Мешаться они, короче, будто они так, видите, как низко находятся. Сверху уже и цветонос вырос, и корни наросли. Поэтому, так, сейчас не упадет тут. Поэтому эти листики, они уже не нужны. Они легко убираются. Вот. Значит, смотрите, какая ситуация. Все эти корни мне вообще не нравятся. Мне не нравятся. Они вот тут на концах много сухих. Они чисто так вот смотрятся прямо идеально. Кто-то скажет, что это идеальная корневая. Но не знаю. По сравнению с вот этими толстенькими корнями, вон те тоненькие, которые были в горшке, они мне вообще не нравятся. Они совершенно никакущие. Сейчас я помою корневую эту, чтобы отмыть все. Ну, у нее цветонос, у этой орхидеи. Поэтому, конечно, тяжеловато будет совсем без корней. Ну, не то чтобы совсем, но если бы я сейчас отрезала цветонос, а я подумаю, может быть, я так и сделаю, в принципе. Старый цветоносик тут еще. Чтобы сохранить розетку, чтобы все было хорошо, можно, значит, тоже так сделать. Отрезать цветонос, поставить его в вазу. Отрезать старую корневую, оставить вот эту всю новую, и будет все вообще в ажуре. Я думаю, что эта орхидея быстро пойдет в рост. И вообще, смотрите, у нее сейчас очень много листьев. Я думаю, ну, она будет отсушивать вот этот, потому что пробить цветоносом вот этот. Вот, но сейчас у нее есть листья, и она может выдать нам еще один цветонос, если ей все понравится. Тем более сейчас сезон цветения. Так, ну, в общем, ладно, болтаю я много. Пойду-ка я помою для начала и уберу вот это все. Так, ну вот, все мы измылись уже.
Вот такая, в принципе, корневая. Мне только вот хочется отрезать вот эту жопку, извиняюсь. Вот эту вот. Потому что здесь все он такое какое-то подозрительное. И корни от основания болтаются. Поэтому вот это точно я сейчас уберу. То, что было в торфяном стакане. Но остальное пока оставлю. Оставлю. Так. Вот это вот. Ну, согласитесь. В принципе, оно нам надо. Красота это. Оно нам не надо. Так. Ну, много корней, конечно, таких надломленных и присосавшихся к стенкам горшка и плоских. Такие корни очень быстро, в принципе, портятся. Ну, не все, конечно, но в основном. Вот этот вот, допустим, видите? Тут уже веломина нет на этом месте. Поэтому такой корень я тоже уберу. Тут черный кончик. Уберу. Очень хочется отрезать всю эту бороду. Вот. Но если не отрезать цветонос, то, в принципе, бороду можно пока оставить. Думаю, оставить ее в открытой системе или посадить. Я керамзит-то купила уже мелкий. Приготовила уже, в принципе, кашпо. Так, сейчас я вам покажу кашпо, как это будет, если что. Вот так это будет. В принципе, стоять она будет, я думаю. Вот так вот. Вот, я думаю, что я, наверное, подержу ее какое-то время. Сейчас еще оболью ее Бонефорте, потому что еще не обрабатывала, только помыла. Вот. И все. Пусть постоит у меня, ну, не знаю. Несколько дней уж точно, потом я буду смотреть на корни. Потому что здоровые корни, здоровые, да, значит, если даже они будут без грунта, ну, вот они, допустим, вы их полили, они такие светло-зеленые, да, потом они постепенно высыхают и становятся серебряными, кругленькими, хорошенькими. Вот, если они начнут сохнуть, вот нижние, да, допустим, корни, значит, это уже все. Они бы у вас по-любому погибли после пересадки, по-любому бы. Вот к бабке не ходи, уже проверено 100 раз. А если они все будут зелененькие, хорошенькие после каждого опрыскивания, то тогда да, тогда вы сажаете смело такую корневую, и все будет у вас хорошо. Ну, главное не залить потом, потому что, ну, все равно, так или иначе, нужно после любой пересадки нужно аккуратно поливать, в чем бы ни сидело. Нужно вот опрыскивать, как бы я бы делала, да, опрыскивать по чуть-чуть, слегка как бы смачивая корневую. То есть не надо сразу замачивать. Некоторые пересаживают, потом начинают замачивать. По 2 часа держать. Вот это вообще неправильно. Для тех орхидей, которые только что были пересажены. Так делать нельзя. Они сразу у вас испортятся, эта корневая. И сразу все погибнет. Даже если вы в фитоловине, не знаю, в топазе, не знаю, в чем угодно. Вымочили перед тем, как посадить. То есть тут главное теперь полив. Без разницы, какой грунт. Да? Без разницы. Даже если нет грунта. Вот я, допустим, сейчас намочила корневую, она у меня хорошо мокрая. Да, все. Допустим, завтра утром я встану, посмотрю. Если корни будут серые, я чуть-чуть попрыскаю на них. Немножечко. Все там, до вечера. Вечером посмотрю, ну, надо, не надо. Да, если надо, прысну. Не надо, значит, следующий день утром прысну. Вот это вообще будет... Самое то. То есть постепенно приучаем ее к нашему, ну, не климату, но климату квартиры.
Да, потому что где она только не была, бедняжка, сейчас. И на складе магазина, и до этого наверняка на улице. Хорошо, погода еще не такая холодная. В принципе, у нас в Питере сейчас 10, там, 13 градусов, когда как. Вот, плюс. Поэтому красавец, красавец. Ну, ладно, значит, пока не сажаем. Если что, значит, я вас оповещу, и мы с вами будем сажать. Ну, пока давайте, может быть, около недельки, может, в конце недели, следующей. Нет, не следующей этой, как бы, или когда там уже. Ну, в общем, может быть, там четверг, может быть. Ну, посмотрим, как пойдет. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.